Всевидящее око. Какой сверхспособностью обладает наше зрение? Неужели действительно некоторые люди способны одним своим взглядом насылать болезни и притягивать несчастье? Какую информацию хранит сетчатка? Остаются следы того последнего взгляда, что увидел человек. И к чему приведет внедрение компьютера в человеческий глаз? Это будет роботизация. Тайны Чапман. Сегодня в 17:00 на РЕН-ТВ.